Всем привет! Сегодня 4 июля 2021 года. Утро. Вот такое вот поливает. С самого утра весь Крым затянуло. На 4 дня проливных дождей. И вообще, ездили мы на море ночью. Рассветом встречать. И, короче, по рассвету прилетело. Хотел я снять видео, но не успел. Только начался рассвет, по рассвету прилетели. Короче, туча пришла с юга, все закрыло, и начал лупить дождь, еле мы выскочили. В общем, труба полная, дорога там все сплошная, ну, стена дождя была по раздольному, блин, все трубец, короче, все плавает. Кольцо там делают, меняют дорогу, в общем, кольцо перекрыто в обратку. Нам пришлось по раздольному там, короче, петлять там все, ну, это просто жесть. Два раза от града прятались, вставали на заправках. Короче, потом в итоге все-таки попали опять под град. В Раздольнинском районе, на границе уже Раздольнинского и Красноперекопского района, попали под хороший град. Но успели выскочить, в общем. Вот так вот с приключениями добрались домой. Оттуда-сюда разгрузился. Вот, и опять, и у нас начался затяжной такой дождь тоже. Ну, мы приехали, здесь тоже все было мокрое, то есть явно тоже был дождь. Но попали в такой момент нормально как раз. И дождь сюда пришел. Здесь просто у нас затяжной вот такой вот лед. 4 дня обещают таких дождей. Короче, просто писец. Сколько влаги в этом году уже, просто это писец. По-другому нельзя, не знаю. В общем, столько на влаги на Крым, я не помню, что поливалось в таких количествах. Это... Летом именно, это жесть. Спасибо за просмотр. Всем пока.